Когда частный инвестор решается выйти на фондовый рынок, в общем-то, он должен прекрасно понимать, что собой представляет фондовый рынок. И каковы участники этого, кто есть участники этого рынка, какова их надежность. Поэтому, я думаю, в первую очередь инвестор, в общем-то, наверное, производит некое исследование, в какую компанию пойти, где открыть свой счет. Потому что если открыть счет в любой компании, то, что компания станет завтра банкротом, вероятность на нашем рынке, в общем-то, есть, существует. Поэтому, в первую очередь, естественно, инвестор, частный инвестор должен оценить надежность компании, финансовую состоятельность. Для этого на данный момент существует много источников. Это как через федеральную комиссию, потому что все финансовые компании, все профучастники отчитываются перед федеральной комиссией. Затем составляются постоянные рейтинги инвестиционных компаний во всевозможных финансовых журналах. Есть саморегулируемые организации, как Науфор, который тоже делает свой рейтинг. Опять-таки информацию получить по компании на данный момент совершенно не проблема. Если эта компания является членом РТС, например, членом Науфора, большинство инвестиционных компаний являются членами саморегулируемых организаций. В свое время это было просто обязательно, а теперь это некий такой вот гарантия надежности. Если вы являетесь членом Науфора, то это некий плюс вашей надежности. То есть вы открыты, вы готовы предоставить информацию, и как бы вы заинтересованы в том, чтобы о вас думали как о надежном брокере. И затем сами компании предоставляют очень много информации. Если частный клиент желает получить баланс компании, финансовую отчетность, эта отчетность предоставляется. Обычно финансовые компании вывешивают на своих сайтах всю эту информацию. Пишется история компании, менеджмент, образование менеджмента, опять-таки, да, заслуги их, как бы, если бэкграунд вот, каждого менеджера. Какая команда работает, насколько они успешно работают, какие услуги предоставляют, как давно предоставляют эти услуги, насколько успешна деятельность. Всю эту информацию можно найти на сайтах компаний. И поэтому, если частное лицо решается работать с какой-то определенной компанией, я думаю, что он, в общем-то, провел некое такое ревью, и, в общем-то, уже о компании знает достаточно много. Я не думаю, что в сомнительную компанию клиент понесет свои деньги. Когда клиент приходит в компанию, он подписывает некую декларацию. То есть он, в общем-то, приходя на фондовый рынок, примерно имеет представление о рисках, о том, что он вложит деньги и обратно их не получит, или получит в меньшем размере, чем он ожидает. Вот. И инвестиционная компания, в обязанности инвестиционной компании входит ознакомить его с рисками. То есть есть некая декларация о рисках, с которой ознакомится клиент. Если ему что-то непонятно, значит, сотрудник, обслуживающий этого клиента, объясняет ему. Если необходимо, к этому могут привлечь риск-менеджера. Но это вообще редкие случаи, потому что риск-менеджер, он не должен общаться с клиентами. Должны быть настолько грамотные сейлзы, которые способны объяснить клиенту, ответить клиенту на все его вопросы. А риск-менеджер в компании, он для того, чтобы минимизировать риски деятельности компании. Сюда входят, естественно, как клиентские риски. Мы не заинтересованы в том, чтобы клиент разорился. Нам интересно, чтобы клиент торговал как можно дольше. Это вот, например, то, что в свое время была проблема, ну как проблема, даже проблемой не назовешь, наверное, ну, во время становления маржинальной торговли в России. Большинство вот компаний, которые пришли в тот момент, вот после кризиса, где-то через год, наверное, еще регулирования не было маржинальной торговли, и совершенно неизвестные компании появились на рынке, предоставляя вот маржинальную торговлю. И для многих, в общем-то, было неважно, клиент разорится, не разорится, главное, чтобы клиент делал сделки, платил им комиссию за сделки и процентную ставку за заемные средства. А многие клиенты теряли деньги, то есть вот с утра он принес деньги, открыл счет, поторговал там неделю, денег нет, ушел. Многие компании вот как бы этим пользовались, наращивая свой собственный капитал. Но даже, ну вот это я считаю неправильно, потому что в России клиентов не так много, и
каждого клиента, в общем, надо беречь, потому что чем клиент дольше работает на этом рынке, тем дольше мы можем продолжать свою брокерскую деятельность и зарабатывать, в общем-то, на комиссии брокерской. Затем, если клиент становится богаче, зарабатывает больше денег, ему нужно больше услуг, ему нужен другой уровень сервиса. И чем как бы, благополучнее деятельность клиента на рынке фондов, тем, в общем, лучше для брокерской компании, опять-таки. И вот эта вот возможность того, чтобы получить клиента по максимуму в один момент, вот это мы не приемлем. Это все крупные брокерские компании, в общем-то, к этому пришли. Потому что если клиент ушел с рынка, мы его потеряли. Мы его потеряли надолго, и то, что он вернется на рынок, это не факт. Если у компании есть риск-менеджмент, который реально занимается управлением рисков, управляет рисками, то, естественно, это показатель для частного инвестора, что компания пришла на рынок надолго, и что компания готова тратить часть своих денег на риск-менеджмент. Потому что, в общем-то, риск-менеджмент, он денег не приносит. Это как бы некое затратное такое подразделение. Но в то же время, если компания интересна работать на фондовом рынке долго, то есть они пришли вот раз и навсегда, то, что называется, то риск-менеджмент необходим компании. Контролеров больше всего в компании для того, чтобы соответствовать нормативам регулирующих органов, чтобы как бы, отслеживать деятельность компании и проводить ее в том русле, которое вот, не нарушает нормативов ФКЦБ. А риск-менеджер, что касается деятельности риск-менеджера, то таких нормативов в ГЦБ нет. Вот единственный раз это коснулось риск-менеджеров, когда в постановлении о маржинальной торговле, где было написано, что компания обязана иметь в своем штате риск-менеджера, который мониторит позиции клиентов и оценивает их риски. И в случае наступления определенных обстоятельств должен предпринимать определенные действия. Все. Какой-то нормативной базы не существует в России под риск-менеджмент. Есть определенные постановления, например, постановление о минимальном собственном капитале. Ну, это тоже некое такое управление рисками, да, такое вот общее. В свое время регулирующими органами было прописано обязательное страхование депозитарной деятельности. То есть большинство компаний, все депозитарии страховали свою деятельность, они были обязаны. Затем это стало несколько таким вот рекомендательным. И многие депозитарии, единицы перестали страховать, экономить на этом деньги. Но те, которые пришли работать и надолго, то, что называется, на рынке, да, и заинтересованы в своей надежности, они продолжают страховать. Все крупные депозитарии, все имеют страховку. А мы вот 2 года назад застраховали свою профессиональную деятельность, тут и брокерская деятельность, и деятельность по доверительному управлению, и депозитарная деятельность. Ну, вот тоже с точки зрения того, что это мы становимся более надежными, имея, в общем, такую страховку. Открывая счет, принося деньги, открывая позицию, клиент принимает на себя риск того, что, купив ценную бумагу, в общем-то, ценная бумага может обесцениться, и в результате, когда он ее продаст, он зафиксирует некие убытки. Либо, если он купит эту бумагу, он в ней должен будет сидеть года 3-4. Например, перед кризисом он купил РАО ЕС. До сих пор кризисных цен, в общем-то, пока не достигнут. То есть клиент уже вот 6 лет должен сидеть, по идее, в этой ценной бумаге. Этот риск клиент должен прекрасно понимать. Значит, в то же время инвестиционная компания, когда открывает счет клиенту, значит, и выходит на рынок с его поручением, инвестиционная компания должна оценить своих контрагентов. Риск того, что контрагент эту сделку, которую он по поручению клиента сделает на рынке, что контрагент эту сделку исполнит. То есть клиент хочет купить РАО ЕС, мы покупаем ему на рынке у определенного контрагента, и поставит эту бумагу контрагент или не поставит, этот риск лежит на нас. Если контрагент, например, задерживает поставку, а клиенту мы должны поставить в любом случае. Вот это вот рыночный риск, опять-таки, или кредитный риск. Клиент несет здесь только рыночный риск, действительно, риск изменения рыночных цен.
А кредитных рисков он в данном случае не несет. Этот риск лежит полностью на компании, и компания, благодаря, в общем-то, управлению рисками, должна уметь, в общем-то, работать на этом рынке и оценивать риски. Каждый контрагент, который желает с нами торговать, мы должны открыть на него лимиты. Значит, каким образом мы открываем лимиты? Мы должны получить как можно больше информации об этом контрагенте. Обычно контрагенты не скрывают никакой информации. Если они хотят делать сделки, если они хотят иметь бизнес с нами, они полностью открыты для нас. Мы получаем документы от них. Это как учредительные, то, что компания реально существует, что ведет легальную деятельность. Это финансовые документы, которые говорят о финансовой состоятельности контрагента. Затем мы узнаем, какова история. Были ли в деятельности этой компании какие-либо, в общем-то, моменты, которые могут привести к тому, что контрагент в какой-то момент не исполнит свои обязательства. То есть репутация контрагента – это очень важно, естественно. Обычно мы встречаемся с топ-менеджерами этой компании, которые рассказывают, дают много информации о своей компании. И вот на основании вот этого исследования, то, что мы, на основании той информации, которую мы получили, мы устанавливаем некие лимиты. И в этих лимитах работаем уже с этим контрагентом. Это деятельность, в общем-то, всех брокерских компаний. Все таким образом оценивают своих контрагентов и открывают лимиты. Это обязательно. Если приходит какой-то новый контрагент, и срочно необходимо сделать сделку, это предложение нам интересно, то тут для нас существует какой-то минимальный лимит, который мы можем автоматически открыть. Если этот контрагент является членом НАУФОР, членом РТС, членом других каких-либо организаций, и есть некая история. Но каждого контрагента мы все равно дополнительно рассматриваем вот очень подробно. На все операции, на любой инструмент, на любой вид деятельности существуют лимиты, то, что называется, да. На собственный портфель, все у компании собственный портфель, естественно, подразделяется это. Для маркетмейкинга, инвестиционный портфель, для обслуживания клиентов, затем это могут по акциям, по облигациям, по всевозможным инструментам. И на каждый портфель существует свой лимит. Далее, трейдеры тоже подразделяются, каждый работает со своим определенным списком бумаг. Это может быть первый эшелон, второй эшелон, облигации первого эшелона, второго эшелона, российские ценные бумаги, EDR-ы, евробонды. И опять-таки, и каждый трейдер имеет свой лимит. Он обязан торговать именно в своих вот, строгих рамках, то, что называется. Превышение недопустимо. Если складывается какая-то ситуация, когда этот лимит должен быть нарушен, естественно, в первую очередь трейдер, либо это sales, может быть, звонят риск-менеджеру, ставят его перед тем, что возможна такая ситуация, и тут как бы риск-менеджер принимает решение, либо самостоятельно, либо обращаясь к тому человеку, по которому он как бы непосредственно подчиняется. Это финансовый директор, генеральный директор, вот таким вот образом происходит работа. Но такие ситуации, когда лимиты могут быть превышены, в общем-то, это нечастые моменты. Но если это происходит, в общем-то, примерно предсказуемо, когда рынок сильно волатилен, происходят какие-то ситуации вот, политические, экономические, риск-менеджер уже психологически готов к тому, что возможны какие-то вот выходы из лимитов. Затем, торгуя, мы устанавливаем, поскольку мы торгуем с контрагентами, мы должны оценивать каждого контрагента, его финансовую состоятельность, насколько он способен исполнить свои обязательства, надежность, вот, что называется. Вот. И на каждого контрагента устанавливаются тоже свои лимиты. Например, мы с контрагентом торгуем акциями местными, и на этого контрагента мы устанавливаем некий лимит, в пределах которого мы готовы открывать позиции с ним. Значит, если это облигация, то это отдельный лимит. Здесь, опять-таки, риски тоже разные. Если вы торгуете акциями вне биржи, это, значит, условие 3 плюс 2, то, что называется, поставка на третий день, оплата на пятый день. То есть, например, если мы контрагенту ставим акции, то 2 дня мы живем в некой неопределенности, заплатит он нам деньги или не заплатит. Естественно, мы должны предусмотреть, какую величину риска мы готовы нести на этого контрагента. Например, мы устанавливаем, что вот в $1 миллион. То есть у нас открывается сделка, мы продаем ее на $1 миллион ценных бумаг, ставим эти бумаги и ждем вот 2 дня, когда он нам заплатит.
Вот $1 000 000 мы готовы принять как бы этот риск. Мы верим, что этот контрагент, мы знаем, как бы вот, согласно нашему некому такому ревью этого контрагента, что на $1 000 000 он, надежность его такова, что он свои обязательства исполнит в пределах вот этого $1 000 000. Затем, когда он нам оплачивает, у нас лимит опять-таки на него открывается в полный миллион. А пока вот эти 2 дня мы ждем, никаких сделок мы с ним не совершаем. Контрагент – это такой же, как и мы, такая же компания, как и мы, с которой мы совершаем сделку. Потому что клиент, когда к нам приходит, он просит, купите мне ценных там, РАО ЕС на 500 тысяч. Мы принимаем заявку от клиента, идем на рынок, мы брокеры. Мы не к себе на позицию берем, не свой портфель ценной бумаги, а исполняем роль брокеров. Идем на рынок и покупаем на рынке у таких же брокеров, как и мы. Это может быть как «Тройка Диалог», это может быть как «UFG». Ну, все вот инвестиционные компании, банки, которые работают на фондовом рынке. Клиенту мы должны поставить ценную бумагу в любом случае, исполнить перед клиентом. Поэтому мы тут идем на дополнительные издержки. Либо покупаем ему на рынке эту ценную бумагу, либо продаем ей собственный портфель, ставим ему из собственного портфеля. Так что вот на нас лежит и рыночный риск, и кредитный риск. Операционный риск – это риск ошибки персонала, например, да? Риск сбоя программного обеспечения. Сейчас вот интернет-брокер очень развит. Например, сбой в системе, поручение не дошло. В данном случае, ну, в каждой ситуации свои методы. Если это риск ошибки персонала, в данном случае у каждого сотрудника есть своя четкая инструкция, согласно которой он должен работать. Любую услугу, которую он предоставляет, либо любую деятельность, которую он ведет, она четко регламентирована и прописана. Он не должен от нее отступать. Если необходимо, если осуществляются какие-то нештатные ситуации, естественно, на этот момент есть риск-менеджер, который должен принимать решения. У риск-менеджера также вот, в его функцию входит координация действий подразделений и принятие решений во всевозможных нештатных таких нестандартных ситуациях. Если это происходит сбой в системе, опять-таки, в данном случае всегда у клиента должна быть альтернатива того, как послать поручение. Это может быть по телефону, это может быть по факсу, опять-таки. То есть клиент должен получить подтверждение того, что поручение нами получено. Ну и операционный риск, естественно, вот просто отдельными методиками, конечно, минимизировать тяжело. И тут приходит к нам на помощь такой инструмент, как страхование. Вот, ну, в России пока страхование брокерской деятельности, вообще финансовой деятельности, не развито абсолютно. А этот продукт только недавно, вот, 2 года как есть на рынке, но он предлагается вот ограниченным числом страховых компаний, а сами инвестиционные компании пока еще не готовы страховать, потому что финансовые риски, вероятность рисков финансовых в России очень велика, и адекватность оценки вот, страховой премии и суммы страховых выплат, в общем-то, она вот пока трудно ее оценить. Опираться на западный опыт тоже тяжело, потому что там другой рынок, там более ликвидный рынок, там история гораздо более большая, чем у нас. Поэтому совершенно ограниченное число компаний, можно сказать. Кроме Атона никто не страхуется, на самом деле, в брокерской деятельности.